И чтобы было понятно, я сегодня добрый. Сегодня никто не покидает адскую кухню. Но намотать на ус обязательно. Всем понятно? Да, шеф! Увидимся завтра. Завтра в утреннем экспрессе будем просыпаться в ритме фламенко. Неплохо. На прогулку в очередной район Екатеринбурга отправимся вместе с городскими историями. Также устроим соревнования и узнаем, кто победит, количество или качество. В телефонном конкурсе продолжим игру «Ума палата, ключ потерян». И не забывайте, что хороший день начинается с утреннего экспресса. Это новости и итоги дня на четвертом канале. Здравствуйте, в студии Вероника Медведева. И Иван Иванов. В ближайшие полчаса самые важные события этого дня. Вода добавляется в момент разбрасывания твердых гранул. Они сразу смачиваются и попадают на снег уже мокрые. Что будет с наледью, если ее полить рассолом? Коммунальщики презентовали новый способ уборки улиц. Все ли нововведения считают эффективным и безопасным? Всемирный день доброты. Мы не заметили. Только что пожилая женщина грохнулась, а молодежь в этом. Во Всемирный день доброты узнаем, отличается ли Екатеринбург вежливостью, и огласим результаты рейтинга самых грубых городов России. При благоустройстве фонарные опоры должны перестать быть подставкой под лампочку. Wi-Fi, фонари и матрицы экономии ресурсов. Какие еще сферы жизни оцифруют в ближайшее время, обсуждают на форуме «Города России 2030». Питомцы Екатеринбургского зоопарка ждут подарков. Сотрудники объявили о сборе вещей, которые могут стать игрушками для животных. Рассолом по гололеду решили ударить коммунальщики. Причем никаких шуток. Сегодня в Екатеринбурге презентовали новый метод борьбы с наледью. Раньше дороги обрабатывали при помощи сыпучей смеси. Теперь к всем известному Бионорду добавили еще и жидкий раствор. Я честно признаюсь, что для меня до сегодняшнего дня рассол ассоциировался только с банкой соленых огурцов, а это, оказывается, еще и технический термин. Ну да, рассол — это, в принципе, жидкость, содержащая соли, причем не обязательно пищевые. С техническими тонкостями разбиралась наша коллега Диана Кавандо.